Записи. Кажется, в них указано какое-то место неподалеку. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Пока что это никак не опустить.
Демьян, кузнец пророка. Чертеж — это только начало строительства города. Нужны материалы. И нужны люди, которые умеют строить. Демьян был таким человеком. Поговаривали, что он может сделать кирпич из комка грязи. Говорят, его искусство было вдохновением свыше. Именно его рука придала форму мечтам архитектора. Закончила? Уничтожила все передатчики? Еще нет. Я не все нашла, но найду. Thank you.
закончила? Уничтожил. С ретрансляторами покончено. Да. У нас мало что есть, но если ты с нами, можешь взять вот это. Пока что это никак не опустить. Холодно. Thank you.
Надеюсь, ты вовремя получила мою последнюю кассету. Мне все больше нравится их для тебя записывать. Она говорит, мне надо время от времени отрываться от книг и записей, хотя бы для того, чтобы вспомнить, зачем я все это делаю. Знаю, ты терпеть не можешь, когда я уезжаю, но однажды это окупится старицей. Все окупится. Целую. Учись хорошо. Знаю, ты был занят важным делом, но тогда это ощущалось совсем иначе. Но зато я научилась быть самостоятельной, заботиться о себе. Как оказалось, это важно. С возвращением. Больше золота, больше снаряжения. Нас вроде пока не засекли, но постарайся не светиться, ладно? Нет отчетов. Троица это тревожит. У нас были проблемы с местными. Возникли перебои со связью, но теперь все в порядке. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого. Я не подведу. Уж постарайтесь. Эй! Лара, ты как?
Слава богу. Анна? Что? Что ты здесь делаешь? Я не знаю. Я не помню. Что происходит, Лара? Мне страшно. Прости меня. Я не думала, что они возьмутся за тебя. Это все я виновата. Кто? Кто это они? Что им нужно? То же, что искал мой отец. Ох, нет, Лара, я же предупреждала. Просто отдай им, что им там надо. Все не так просто. Спокойно. Я нас освобожу. Как-нибудь. Не тронь ее! Пожалуйста, не надо. Говори! Ублюдок! Сволочь! Где святой источник? Прошу! Прекрати! Я ничего не знаю! Довольно. Она не знает. Что? Ты... Нет. Ты с ними заодно? Не может быть. Ты... Ах ты, сука! Ты же не могла сдаться. Не так ли? Я знала, что ты найдешь дорогу сюда. А чего ты ожидала? Все может быть и по-другому. Мы хотим одного и того же. Нам нужны такие, как ты. Тебе нужна цель в жизни. Мы ее дадим. Да ты издеваешься. Я видела, на что способна троица. То есть нет. То есть иди нахрен! Скажи, Анна, тебя троица завербовала до того, как ты охмурила отца, или после? Я любила Ричарда. Но он был ослеплен своим идеализмом, и это погубило его. Зачем тебе артефакт? Предъявить его миру? Восстановить доброе имя отца? Ты все еще так наивна. Напуганная девочка, которая хочет быть похожа на папу. Довольно! Нет. Погоди. Мы с тобой все еще можем вместе творить историю. Подумай над этим. Лара. Конец! Сволочь! Быть может, ему другого не дано? Я думала, я тут одна. Я тоже, и тем не менее. И как же звать мою новую знакомую? Никак, я тут ненадолго. Константин очень нетерпелив. Я тоже. Я вижу. Ловко.
Сможешь нас вытащить? Никаких нас. Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь. Извини. Но сейчас я не склонна кому-то доверять. Без меня тебе далеко не уйти. Это мы еще посмотрим. Что тебе о них известно? Это древняя тайная семья. Они возомнили себя избранниками Божьими. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. И что ты думаешь с этим делать? Расскажу, когда придумаю. Тем более нужно бежать. Есть там выход? Нет. Но есть кое-что, возможно, полезное. Тише, а то охрана прибежит. Сможешь выбраться? Погоди. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. Спасибо. Меня зовут Яков. Лара. Держи. Это если разделимся. Нужно идти. Охрана может появиться в любую секунду. Знаешь, как отсюда выбраться? Да. Я это место давно изучаю. Серебряный портсигар. Выглядит так, будто пережил войну. Что неудивительно. Сколько ты пробыл в той камере? Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник? Здесь? Доверие, Лара, штука больная. Что это? Урок истории. Это место многое пережило. Здесь был трудовой лагерь. Красные посылали заключенных в шахты. Но этого было мало. Они брали наших людей,
Отнимали детей у матерей и угоняли в рабство. На прииск не похоже. По-моему, это раскопы. Вот это древность. Что же они нашли? Спроси у них. Надо идти. Здесь небезопасно. Дальше. Моя деревня в долине, по ту сторону горы. Там нас не найдут. Командный пункт 2. Последний вертолет ушел. Вас понял. Это опасение. Сообщили о проблемах в рубке связи. Опять дикари, что ли? Нет. Это женщина. Одиночная. Вооружена. Она уже сварила дел на периметре. Она кого-нибудь привела? Возможно. Стой здесь. Я разберусь. Так, погоди, почти готово. Есть! Пошел! Поехали! Константин требует послать людей на метеоплавилку, пока буря не налетела. Твою мать! Ну и дубак же здесь! Надо... Панель спеклась, почти починил. Странно, что здесь хоть что-то работает. Тут такое ощущение, что нарочно будет грабить. Может, местные? Ну, тогда их точно пора перебить. Понял. Что происходит? Отделитесь, держите ухо востро. Пролей.
Так, погоди, почти готово. Есть. Пошел. Поехали. Константин требует послать людей на медиплавилку, пока буря не налетела. Твою мать, ну и тупак же здесь. Надо... Панель спеклась, почти починил. Странно, что здесь хоть что-то работает. Такое ощущение, что нарочно все погранит. Может, местные? Ну, тогда их точно пора перебить. Точно пора перейти. Записи, зарисовки развалины и карты шахты. Думаешь, красные знали, что там спрятано? Поначалу нет, но потом точно выяснили, судя по всему. Большая часть этого хлама не меньше 50 лет. Похоже, они все побросали перед входом. Ага, и меня это тревожит. Может, они не ушли? Как ты думаешь, сколько там еще местных? Вряд ли много. Они приходят откуда-то с той стороны горы.
Вот буря утихнет, направим туда людей. Пусть выжгут заразу. Ты их близко видел? Чёртов дикари. Ага, как мыши из прошлого. У тех, что взяли при нападении, удалось что-нибудь узнать? Яков, я смогла открыть внутренние ворота. Беги во двор, я уже там. Анна скинула маску. Наконец мы снова воссоединились. Без нее в последние годы было сложно. В минуты слабости ее голос всегда придает мне сил. А когда Анна теряет надежду, я ее возвращаю. Однако, должен признаться, я беспокоюсь за нее. Да, ее здоровье пошатнулось, но меня беспокоит ее решимость. Боюсь, она потеряла часть себя, пока была с Крофтами. Должно быть, она так усердно притворялась влюбленной в лорда Крофта, что влюбилась в него по-настоящему. И теперь я боюсь, что это коснулось и Лары.
сюда и сюда. А в эти здания? Анна, мне нужно туда. Он здесь. Я чувствую. Записи красных очень убедительны. Но мне нужно самой... Черт! Крофт. Осторожнее, Лара. Скорее бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день. Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Все нормально. Жизнь крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся, и Святой Источник даст тебе жизнь. Что еще важнее, жизнь в чистом, безгрешном мире. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Вот только не начинай. Все это будет неважно, когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Помни об этом. Всегда. И свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах, и развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Беги, я тебя найду! Мы должны их найти! Ищите! Точно где-то здесь. Ладно. Ладно, теперь бы найти выход. На севере лагеря есть депо. Я буду ждать тебя там. Уже бегу. Надо сматываться. Так странно снова участвовать в операциях. Я столько времени вела комфортную жизнь в доме Крофтов. Здесь же нет ни капли комфорта. Воздух ледяной. Из еды только холодные консервы. Компания, кроме Константина, отвратительная. Но я сама вызвалась. Я должна быть здесь. Время и терпение для меня — непозволительная роскошь. Мы с Константином вместе начали этот путь, и я буду с ним, когда он выполнит свое предназначение. А пока буду глубоко дышать. Пусть воздух обжигает легкие холодом. Это напоминание о том, что я еще жива. Пусть оно придаст мне сил перед финальным рывком к нашей судьбе.
По мере продвижения в долину, я все чаще смотрю на развалины и размышляю о собственной смертности. Эти постройки столько лет ждали своего часа. Я чувствую их нетерпение. Здесь каждый камень на нашей стороне. Да и кто нам противостоит? Неверующие, напуганные, заблудшие. Те, что так долго прятали источник от Ордена Троицы. А мы — те, кто, наконец, использует сокрытое по назначению. Этот мир слишком испорчен, слишком болен. И кроме Троицы, ему не на что надеяться. У нас будет армия. И поведет ее праведник — Константин. Впервые за последние недели у меня словно спала с глаз пелена. Я знаю, что здесь что-то скрыто. Это искали красные, а теперь ищет Орден Троицы и Анна. Анна. Господи, до сих пор не могу поверить. Все это время. За папой она тоже следила. Надо идти дальше. Найти Якова и помочь его людям. Если я смогу убедить их, что мне можно верить, возможно, он ответит на мои вопросы.
Ракета пошла! Бросаю гранату! Огонь подавления! Быстро! Огневое прикрытие! Вперед! И не тормозить! Thank you.
здесь случилось? Яков? Депо уже близко. Ты там? Знаки отличия боевого ордена Троицы. Что ж ты так долго? Я думала, ты там остался. Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем! Выберемся здесь! Ugh!
Успокойся. Вот, выпей. Полегчает. Ты мог бросить меня в реке. А ты бы меня бросила? Мелькнула бы такая мысль. Думаешь, у меня не мелькало? И чего ради ты рискуешь тут столь многим? Святой источник. Я знаю, что ты ищешь. Вопрос только, зачем? В детстве у меня не было никого, кроме отца. Он тоже был археологом. В последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу мы поссорились. Он покончил с собой. Я думала, что научусь жить с этим, но... Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным. Это все изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв все. Но он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Но если в этих мифах есть хоть капля правды, я должна знать. Его нужно изучить, понять. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать. Такие перемены не всегда к лучшему. Ты бы хотела, чтобы Троица узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Тогда прошу тебя, не останавливайся. Просто иди другой дорогой. Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом? А потом оставь нашу долину. Знаешь, что сделала правое дело. Нет. Прости, я не могу. Не можешь? Или не хочешь? Я помогу вам победить Троицу, но от цели не отступлюсь. Если я сейчас сдамся... То как будто предашь его? Не только его. Мне нужны ответы, Яков. Я должна понять. Уходишь? Меня сейчас больше волнует деревня. Она на той стороне горы. В одном дне пути пешком. Но можно добраться быстрее через медную шахту. Ты пока отдыхай. Я скоро вернусь. Яков, ты здесь? Черт, где же он?